Приветствую, друзья, с вами Паркер. Очередной обзор на очередное мясо. Опять же, с паблика, да, к сожалению, у нас сейчас AIMBOT в тренде, Intelligent и всякая такая подобная залупа. У нас новый супергерой, такой типок под ником P+, играет. Ну, жесткий, по передвижению по карте, по раскидкам, вы, в принципе, поймете, что это у нас относится к семейству колясочных. Вот, смотрите, как у нас пешки, заходят у нас на А-спот, смотрим. Ну, это такая карта у нас даст 2, 2 на 2, да, ну, не суть. Здесь у нас залипание прицела. Смотрим внимательно, сейчас на повторе, все это увидим, как у нас моделька тут бегает вправо-влево, у него прицел провожает ровно голову, смотрите, да. Четко вправо хуяк, моделька вправо чуть-чуть начинает отходить, прицельчик тут же также по микронам начинает корректироваться на голову. И тут стоит как вкопанный, вот, по второй модельке. Смотрим дальше. Супер его. Теперь он уже знает, что тип за коробкой. Конечно же, уже нахуй нам гусь чекать. И здесь опять у нас залипание, Смотрим внимательно. Сейчас у нас тип за коробкой. Тут у него AIMBOT не срабатывает, да, за текстурой. И теперь смотрите, залипание происходит. Моделька вправо начинает стрейфиться. И прицел провожает модельку. Потом моделька уходит чуть левее. Прицел также залипает. Ну, естественно, у него он не прилипает на одном хитбоксе. Вот, а там рандомно начинается клеиться, чтобы не было палева. Вот, ну, он просто бегает и отвечает, там мясо ебаное. Потому что даже, видно, что пацан даже не знает, что такое Silent Run и Double Duck. Вот посмотрите, кстати, в этом моменте. Смотрите, микромомент, да. Моделечка начинает бежать в сторону, и у нас дигл, подводится ровно под голову. Давайте еще раз на повторе этот микромомент посмотрим. Видели, да? О, хуяк, прям ровненько, идеально, точно так прослеживается за головой. Вот. Короче, он у нас просто на контрол, не на контрол, либо на контрол, либо на колесо просто подкручивает, и у него моделька просто даже, не дабл дак, не сайлент ран не делает, а просто, делает дак, нахуй. Такой профессионал. Здесь, смотрите, тоже залипание ровно на модельку. Ровно на модельку, нахуй. Первую, вторую тоже провожает, Ну, это чухан с синтой, скорее всего, опять играет. Ну, наподобие, короче, этой микроледи, такой же хуесос. Вот, смотрим следующий момент. В этот раз он уже нас не ждет enemy. Нахуя нам ждать-то, правильно? Этот у нас еще вдобавок с ВХ играет. Смотрите, уже в стене держит прицел, уже знает, что, где модельки. А здесь вообще прикольный момент. Сейчас мы на повторе еще раз разберем. Здесь видно, как прицел у него дернуло. Вот, смотрите, начинает стрелять в типа. У меня вот, кстати, Сеня тут попугай тоже охуевает на него, Смотрите, хуяк нахуй, да? Стрелял в одну модельку, у него AIMBOT прицепился ко второй модельке, потом вторая моделька чуть дальше отошла, фов отпустил, и прицел остался на левой модельке. Ну и теперь сейчас смотрим, да, видно будет, как дернулся у него прицел. Смотрите, влево-вправо прям тук-тук-тук, хуярит у него прицел, Видно, что ссаный AIMBOT. Видите ли, вот этот момент, как раз залип у него прицел на второй модельке, потому что она ближе, смотрите, хуяк. Но потом она далеко отходит от прицела, и фоф отпускает ее. Вот, и контролится, смотрите, как контроль, видели, да, моделька начала двигаться, и прицел прямо, в миллиметрах точности, повторял движение модельки. Следующее, место, он тут у нас бежит, Рэмбо, хули, четкий пацан, Смотрите, так, ага, так, тут зачекали. Ну, тут, конечно же, надо зачекать. Так, отлично. Ну, и здесь тоже, идеальный контроль. Сейчас, смотрите, бжук, прицел залип, нахуй. Ну, здесь так сильно особо не видно, поэтому повтор я не буду включать. Просто Рэмбо, нахуй, все, затащил раунд. Красава, премия «Золотой хуй» ты в этом году точно получишь, Потому что микроледи у нас получила премию «Золотой хуй» в прошлом году. Ну, в этом году у тебя есть все шансы, так что можешь номинироваться, в принципе. Здесь, смотрите, видно, как стреляет префом, вот, и заранее, и прицел дернулся на голову, смотрите, это в 1/4, видно, как стреляет заранее, и плюс прицел корректируется прямо на голову, вот, это 100% он играет с ВХ и AIMBOT'ом. Вот, смотрим следующий момент, сейчас опять будет жесткий контроль модельки, просто потрясающий, ну хули P+, ебать, смотрите, как прицел не провожает модельку, оп-оп-оп, еще подергивается, главное подергивается, потому что этот шлюха жмет, и он вот перескакивает с одного хитбокса на второй.
Вот, смотрите, следующий момент. Здесь тоже очень хорошо сейчас будет на повторе все это видно. Все эти залипания и провожание модельки прицелом. Смотрите, моделька сейчас будет бегать вправо, да? Смотрите, прицел хуяк вправо. Теперь моделька сейчас пойдет влево, прицел влево. Видите, как идеально точно прицел следует за головой. Пытается поймать голову. Вот, но так как шлюха жмет, поэтому он с первой, со второй пули не убивает. Ну, следующий момент, смотрите, на, ну, налево-то надо нахуя нам смотреть, блядь, конечно, ебать. Сразу запалил модельку, блядь. Ну и здесь, смотрите, сейчас будет повтор. Там все просто будет понятно. Такая же хуйня залипания. Тут он у нас, блядь, смотрите, как стрелял, блядь. Четко. Смотрите, как стреляет. Моделька вправо бежит, прицел за ней. Теперь моделька влево. Смотрите, как прицел идеально точно провожает эту модельку. Это все в замедлении, блядь, с реальной скоростью, блядь, так среагировать и все угадать, но... Это, блядь, невозможно. Смотрим дальше. Смотрите, прикольный момент. Он знает, что тип наверху, оп, не высовывается, блядь. Так, 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 не высовывается, блядь. Типа такой, типа я не знаю, где он, чекает. Ага, так, так, так. И сейчас, смотрите, поставит пачку, блядь. Так, сейчас он убивает еще одного. Лично своим мега-зажимом пачка поставлена. Блядь, надо идти на Б, блядь. И не выходит, смотрите, ждет, пока, блядь, его тиммейт выйдет первый, нахуй. Потому что он даже не понял, блядь. Он, видимо, эти, ВХ-то пропадала у него, блядь. И он не понял, спустился с вышки, блядь, тип или нет. Вот еще раз смотрим переписочку, блядь, как он у нас тип просто высокого себе мнения. Вот, так что соси хуй, да. Ну а с вами был Паркер, удачи вам, любви и терпения, до скорых встреч.